Ну что ж, еще раз здравствуйте. Добро пожаловать в манеж Академии Спартака. Для меня это решение удивительно. Обычно он играет в старте, но, видимо, ротацию состава, а может быть, просто неважно себя чувствует. Посмотрим, может быть, увидим в втором тайме. А вот это 1-0. На третьей минуте после второй атаки по правому флангу забивают спартаковцы мяч. По-моему, это был 11 номер. И дальний удар по воротам. Ой-ой-ой, перекладина. И добить может сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 1-1. Вот так. На ровном месте получили мы мяч в свои ворота. Попытка дальнего удара. Здесь один Сенин. Поосторожнее бы надо бы играть. Но вот так. 2-1. На ровном месте. Сенин дал слишком ту нагнетал. Сейчас уже как-то немного потерялся. Иосифов получает мяч на границе штрафной. Смещается в центр. Назад Бакулюку. И пробить поворотом. Почему нет? Удар! Гол! 2-2. Потрясающий удар Бакулюка. Мяч в центр. Это был превосходный гол. Никита и сам парень габаритный. Но тут и он бессилен. Сударьков. Дальний удар. Перекладина. Добить! Данилин, добить! Гол! 3-2! Данилин! Вот это переворот! 3-2! Максим Данилин! Айда браво, красно-белые!